раньше. А не, он спектру взял. Он спектру взял. Ну ладно. Олег, привет! Привет, привет. Блядь, ну у нас типа минер в команде. Начали, пиздец. Мне кажется, это спасибо за сатыгу. Куда дальше поедем? А и куда предложение есть поехать? Кстати говоря, я не особо люблю Травомана, блядь, я надеюсь, что он нахуй он не будет говорить. Раз, два, три, четыре, восемь. Охотник, блядь, за стреем. Проверяйте, парни. Весной в лесу очень хорошо. Можно под березой найти говно. А, кстати говоря, часику привет. Братик, привет тебе из города Ставрополь. Решил привет задонатить, из как говорится, поддержать пятничное настроение. ТВ реально охуенный стример. Банан БХС и плюс в чат. Ударимся по классической музыке. Ну давай, я надеюсь, твоя классика не такая, как у предыдущих донатеров. Black Jazz 322, спасибо за 10-й месяц подписки с возвращением на трансляцию. Спасибо, брат, рад тебя видеть. Крысу в чат, ребят, крысу в чат. И ставропольские элита, ставропольская элита. Спасибо за 1000, Петр Степанович. Я не знаю, куда поедем. Куда повезешь, туда и поедем. Главное, не на черном фингере, если понимаешь, о чем я. Мой член, медведю в анус лес. Весенний лес, мой член, медведю в анус лес, да. Да. Слушай, слышится гачи нотка. Шаман, скачай третью, если что, можем убить с тобой. Часики. Часики. Алижа, это снова я, Гачимен. Здорово. Несмотря на то, что мы сегодня празднуем твой день рождения, как и каждый стрим, нельзя забывать и другие вещи. Сегодня равно 2 года и 18 дней, как с нами нет Билли. Не убирай плиз клип, там ничего нет. Это трибьют и песенка годная. Что-то я тебе не доверяю. Библиотек. Спасибо за 1000, Гачимен. Я вот не доверяю твоему клипу, исходя из твоего ника, там будет какое-то непотребство и трек такой же. Спасибо за косарик. Нелзур, 4 месяца к ряду. Спасибо, брат, за ресапку, за донаты, за поддержку. Крысу в чат, ребят, встретим Нелзура. А почему я на миде стою? Задрота на морфе, наверное. Походу я против задрота на морфе стою, лол. Блять, что происходит? Это пизда какая-то. А, пуджаш порезали, лол, у меня ж теперь пассивка не дает. Поехали перекусим для начала. Шаверму что ли поставил, или чем перекусывать-то будем? Спасибо огромное за 1000, Петр Степанович. Ну, блять, шавуху походу залил. Рановато, друг, ну ладно. Я не буду третий брать, в нем теперь смысла нет, он регена. Я его раньше брал из-за регенерации ебиной, а сейчас он ее не дает. И смысл, типа. О, скиллами качается. Ну чё, чё ты делаешь? Блять.
Не, ну пока против Морфа нормально стоится, он явно не задр этого героя. Был бы задром, он бы уже меня ебало бить начал. Он пока вообще ничего не делает. Бля, почему все треки так похожи друг на друга? Динай крипов, пожалуйста, дырок, по собам. Ща отхилимся, ща рассвяжешь, можешь убить с тобой. Вяжи любого просто. Матовый! Он не ожидал, хорошо, я вам говорю. Я говорю, он не ожидал, короче, что у меня хук. Он привык, что пуджи сейчас пассивку качают. А я его удивил своим огромным хуком в 2. Он просто не знал. Он думал, что я не качал хук. Он не смотрел в статус. Pull up our pants. Не того связал, ну ладно. Stick finger in my ass. Проще всего Робби Кобис. Дай танго, пожалуйста. Я без капа, не надо. Я ж тиманы привезу. Хорош. Съел воду. Водного дал, ебать. Ну я без первого, да. Я хотел на четвертом качать. Блять, какие знакомые треки, блять. Вроде треки меняются, блять, но они, сука, одинаковые. Не, я, пожалуй, не буду показывать, без обид, братик. Но я чё-то... доверия нету. Не знаю, что там будет, и я, пожалуй, откажусь от просмотра этого клипа. Я бегу, но, блин, очень долго бегу. Мы не убьем, друг, не убьем. Видишь, он кидает скилл, мы не убьем никак по-другому. А, пассивка. О, я помню, просто раньше она набивалась, ну и сейчас так, даже если она не вкачана. Это вот сделай. Катапульту пока денаить не буду. Мне надо запушить. Да, я вижу.
Nine. Здорово, брат. Сижу дома уже неделю. Перевели нас на дистанционную работу. Потому что на нашем заводе делают больничку для зараженных на 4000 человек. Меня подожди, может, сам с севера, с нового Уренгоя. То, что Свяжешь? Говорят в новостях, это дрочь удачи, бро. Вижу. Хорош. Я под хостой или почему он такой быстрый? Видно по лицу, что Валим Гаич нравится прям. Но почему погромче то тогда не делаешь? Кого стесняешься? В смысле, нормальная громкость. По-моему, громкость оптимальная. Я позже отвечу на донаты, тут тексты написали. Еще скажи, что под такие треки грех погонять по ночному Белгороду на машине. Ну такое, знаешь. Ты 100% слушаешь гачистов в машине. Я в машине бываю, блядь, раз в три недели. Плюс в чат. Братик. Ну ладно, не в три недели. В среднем раз в неделю, но и то иногда меньше. Не, братик. Я под гачи не гоняю. Извини, конечно. Осторожно, не поставься там шестым легионком. Почему ты меня бьешь? Ну там же крипы. Rest in peace, Billy Harrington. СС-2, осторожно, Олег. Я понял. Не-не, брат, ты не я. Это я, мастер. Сейчас крипов. Так. Отсюда. Где подъем? Я жду. Подъема не будет? По ресторанам. Вот это хорошо, кстати, прям. Легион КСС. Они уже в миде кроют морфа, тут рубит было, там его охраняют. Чел на этом. На шамане, а, я понял. Я бы еще раз убил морфа, но я не могу его охранять. Там даже если его вытянуть. Я не добегу до себя, хотя... То есть мне его либо надо ваншотить, либо отбой. Ну, я автоатакой бил, мне тут главное убить, потому что сейчас с кустов Рубик выйдет, там задинают башню. Ты можешь на другую линию пойти помочь кому-то. Говорю другу, же, что будут нормальные крики. Стой, мид, стой, мид. После ресторана куда? Блядь. После ресторанов, может, в караоке? Или это и есть караоке, блядь? Куда обычно после ресторана ебашат? В бильярд можно. Боулинг, если ебать понимаешь. Ты лох. Раз в неделю на машине вынужден ездить. У меня тачка на подземной парковке стоит уже полгода. Везде пешочком двигаюсь. Сплошные профиты. Здоровье плюсом. Смекаю. Да я вообще ж не двигаюсь. Поэтому я если беру тачку, я еду в магазин обычно. То есть так я, если куда-то в городе я иду, то типа я обычно без тачки, потому что я могу пивка выпить и так далее. То есть типа тачка, чтобы в магазин съездить. Просто я беру продуктов там сразу на неделю, пакета 2-3. И поэтому тачка выручает в этом плане. Потому что тянуть это хуй знает откуда и куда, это очень было бы неприятно. С
Возврат коллегенка. Осторожно. Подожди, а как-то один клип. Я надеюсь, мои керри выкормят. Я правда не знаю, кто у меня керри, уса, наверное. Встреч, здорово. БФ заедет сегодня. Уже был. Еще раз телефон делать на низ. Еще раз вряд ли, он уже был сегодня. Какая Рики прям подряд две игры было, может вот посмотреть. Поэтому сомневаюсь. Сомневаюсь, что БХ сегодня заедет. Ну я предупредил. Можно было Куру убить, но я не хочу, чтобы он у меня хуже сделал. Хватит ставить непотребство. Будем слушать достойную музыку. Билан нас не подведет. Не, ну если Билан, тогда давай. А вот в караоке ты бы какую песню выбрал? Группа Крови или Валим на гелике? Не, ну Валим на гелике, очевидно. Группа Крови заезженная прям в последнее время. Поэтому очевидно пора валить на гелике. Я не убью его, он очень сильно отжирается. Он был со мной пиздец, и я умер. Хорошо. А вот и Гангер Олег. Знакомьтесь. Стрей, а как твою девушку зовут? И у меня такой еще вопрос. Она случайно не с Украины? Спасибо за донат. Не, Валера, он с Белгорода. Спасибо за донат. У меня трое на лайнинге. Дорывай. Контроль равно. Уно. Дось. Чуйтра. Чуйтра уно. Уно. Дось. Чуйтра. Чуйтра уно. Уно. Дось. И тавр заберите, потому что сейчас будет. Чуйтра уно. Дось. Трес, Чуйтра, Чинча, Сейсу, Уно. Блять, я только понял, что у меня лесной шмотки нету. Это нормально вообще? Без лесной шмотки катать в доту. Кого-то можем из них убить с тобой? Блять, ну кого-то можем. А кого не знаю. Караоке, так, караоке. Заказывай песню, братишка. Ну, блять, гелик? Если ты еще какой-то караоке хочешь, если тебе одного мало, то пусть это Максим. Охуенно. Максим, конечно же, Максим. Щетка. Хорошо. Блять. Че, серьезно? Нормальный трек адекватный? А, ну это Ставропольская элита, наверное. Ставропольская. Аквила нужна урса, да нет? Да. Хорош. И вамбрейс там. Там еще вамбрейс лежит, блядь. Ты можешь забрать, чел. Не-не-не, я возьму Аджор этот ради. Чтобы Аджорался. Угу, окей.
Я не хочу в Амбрейс. У меня лучше. Я не видел. Если бы я его увидел раньше, я бы его взял. Но сейчас тут есть вот такая штука. 6% вампиризма от Радика. Это нормально. Ну, приятно. Не так, что это много, но это просто приятно. На экране, ебать. Олег, да. Что-то ты зарос немного. Ай, я знаю. У меня-то хуя. Блять, я в говне. Спасибо за донат, я знаю, я братик. Я не хочу никуда сейчас выходить. Я сейчас даже не выхожу, нормально. Вот я жил. Постричься даже не хожу. Сейчас пизды дам. Пизду. Буду зарастать. Блять, гангеры, блять. Шок. Буду зарастать, братик. Пусть они с парнем, у меня двое было еще. Успейте сломать еще. Блин, хочется дагер показать. Блин, какой-то тихий трек, на самом деле. Вот, поэтому ну, да, под заросту я последний раз подстригался числа 5 февраля, чтобы ты понял. То есть уже полтора давай месяца сломаем. Практически. Не был в парикмахерской, не, не, давай, не знаю, будем. И не знаю, давай когда... Хипимся, друг. И не знаю, когда пойду в парикмахерскую. В ближайшее время не планирую. Не посыл тебя никак, к сожалению. Дота упала, говорят. Но сейчас главное с игры не вылететь. Главное с игры не вылететь. Зря ТП-шку сделал, могли дальше ломать. Я сломаю сам, все окей. Хорошо, друг, хорошо. Я еще, может, к вам приду, если они под башню пойдут. Пойдут. В таком случае прямо сейчас я сделаю. Уже делаю, давайте. Очень хорошее начало, да? Помоги. Ну я жру Лего, я не знаю. Олег, для тебя. Хватит гачи, их невозможно получили. Слушать пирожков плюс уши. Что-то... Мне дуэль дала. Да я видел, Марс очень плохо ворвался, прям очень. Да, согласен. Ладно, я тогда в БМ не шел. Думал, как бы на этом там... Да, все нормально, ничего, бывает. А тавр кинулся, а тавр просто сдох. Да, бывает, бывает. Все, все, челы, успокойся. Все окей, а там на спектре Радик. А, там на спектре сокрет копится. Типа на сам... Я, наверное, буду сразу БКБ делать здесь. Делай. Короче, все... Хотя вообще, на самом деле, лучше аганим тебе сделать. Ты сможешь в стане, в колбе, даже в дуэли, по-моему, прожимать ульту, насколько я помню. То есть БКБ, если это Саленс там есть, лучше гоним. И КД меньше будет. Я бегу, чел, я бегу. Чел. Спасибо за музыку. Поставьте какой-то вижен в лесу, пожалуйста. Чел. Чел. Тупо чел. Заказ на Максим принят. Только клип выключи. Там есть непотребство. Понял. Спасибо огромное за 1000. Клип, спасибо, что предупредил. Здоров, крысыный лорд от души душевно в душу. Тупи же стоит. Да лола. Да, не могу тебе помочь, извини. Да не, эту игру мы въебем. У нас минер в команде, типа юзлесный. И у нас один урса керри. То есть, типа, тут непонятно вообще, как выигрывать. А там морф, легионка и спектра. И морф с линкой уже. Даже обоссанный морф, который я в миде сколько, 3 раза убил. Типа, тут пока вообще не ясно, чем это тащить. Чем это понятно, тащить? Почему он сделал. Спасибо, Петр Степанович, за 1000 рубасов. И Иги Изи, приветствую на стриме. Спасибо за 1001... рубль. Здарова, и спасибо за подгонку. Это тебе пишет некто Лоха Дэнс. Чтоб ты знал и понимал, сейчас. Ты чмобасан. Ты вообще выкупаешь это. А так ты милашка. Я бы отсосал твой член. Нет, и неважно, что понял. Скажет общество. А вообще, сколько ты денег за это берешь? Ну Рубика ты, чмоебан. Я не могу его догнать. Я понял.
Он труп. Я вижу. Он то нет. Блять. У тебя ульт пиздец. Понимаю. Баш. Хорош. Хуя, блин. Поправили момент с соткой плюс у Шизарпу. Не попав. Олег. Ой. Вон, на дагере. Не, он сложно попасть. Не, забей, забей. Ой, минер, блядь. Окей, на базу. Спасибо за донаты, позже отвечу. Ставропольская элита, спасибо еще за 1000. И Гиизи, рад тебя видеть. Спасибо за подгончик, приветствую. Ты пришел вовремя, на самом деле. Пока что только с Макфом проблемы, да и то не особо. Просто линкуем и сбиваем, и все. Я в Шивенцию пойду. Мне до Аганима 1200, парня. 46 сопротивление. Я всем отвечу чуть позже. Петр Степанович, Игиль, Ставропольская элита. Спасибо за донаты, я не успеваю сейчас. Игра... Хотя почему за меня минер играет? Просто юзлес нахуй. Ноль мин, блядь, на карте. Блядь, это не за тебя, это вообще суть этого героя. Вы просто в ахуе. Типы удивляются, почему минер на них играет юзлес. Парни, не делитесь пока, не надо. Сейчас у меня Аганим будет попроще. Блять, я лечу, ладно. Линку сбейте. Хорошо. Дашь хук? Нет? Мы не можем? У меня хук в КД, я типа никак. Ладно, забей. Отойдем, парни. Да, потопом можно. Хотя вообще можем Рошу, нет? Можем Рошу, у нас тут сайт, как бы, да. Сердце. Иду. Немного диалоги. Я бегу. На что только не пойдешь ради борьбы с Макаром. Да, я сюда, хорошо. Хорошо. У меня вот хп маловато. Забирай его быстрее только. Ну ладно, давай помогу. Бери Аегис, все, забирай. Парни, я могу сам забрать, вы можете... Блять, ладно, забейте. Давай, я выйду, забирай. Дальше идем, просто нужно давить на них. Блять, Иги, это ты? Могу отдать вам. Я сам отпущу. Блять, Иги, я вот почему-то так и почувствовал, что, блять, ты зашел, сейчас начнется какой-то пиздец. Да, через верх. Я сегодня подпевчился. Ну, хотя бы ты один сломай. Так что настроение заебись, насчет клипов нет. Хуярят. Ой, ну я все, ладно. Блять, ну все! Да я знаю, блядь, я все, блядь, Иги задонатил сумму, я пошел фидить. Вы заметили, блядь, у меня стабильная хуйня. Дальше можно. Я просто все, Олега, я сразу потерялся в игре и пошел фидить. Просто моментально, блядь. Как, пока есть крипы, давай. Иги, спасибо за 10 001 рубль, а что с тобой, отойдем. Когда ты не под Кирчанским, а под Вискарем или чем покрепче? Ебать. Отойти лучше. Братан, спасибо за... У тебя стандартные донаты. 1001, 10 001. Братик, спасибо за подгон. Ждем Олега, купи смог, чел. Спасибо, брат. Ждем. Спасибо за 11 002 рубля за сегодня уже. И
Спасибо за треки, насчет клипов, но буду чекать, буду фильтровать. Спасибо за подгон. Спасибо, клипов, Ставропольская пожалуйста. Элита, за 1000 без слов. Спасибо, Air Club. Спасибо за 1000. Я не знаю, какой трек следующий, пацаны, поэтому без обид. Я вообще не понимаю по последовательности, потому что тут Ставропольская элита просто кучу тысяч подряд. Air Club пизда, подъехал с уроком. С каким-то, с Че, чем. Ладно, немного забей. С биологией приехал. Блять. Угадай, кто, спасибо за сатыгу. Соси, понял? Выебывается он тут, блять. Это точно не от этих. Не будь добр. Блять, тут сейчас такая пизда начнется. Тут и гачи, и не гачи. Тут все подряд будет. И просадит. Бля, спасибо за донат, я позже перечитаю все. Я сейчас вообще, ебать, меня Иги окончательно доломал. Ну, хорошего вечера всем, хули. Товарищи алкоголики, бандиты. Все сегодня бухают. Майндрейкер выкинули, если интересует, можете дать. Понял, но у меня уже... Я вижу, вижу, я сыграю, может, там вот. Вот, вот, там, может. Окей. Я иду, иду. Бегу, брат. Кого ты ищешь? Вот, 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 вот. Ну, брат, ну чё там? Я не буду пихать, сами. Не пизда. У нас раз ты увидел, что ли? Да, можно. Так и наверх, Олег. Давай. Майнбрейкер на марке, кстати. Ну, он мне вот так добиться, и можно будет уже нормально ебашиться. Зив, зив. Рубен он. Фу, блядь, так, собраться, что дальше? Октарин, не октарин. Хуйню скинул какую-то, минер там, не минер там. О, минер, я смешно я это, конечно. Но я тебя не подсейвил никак, друг. Так они меня даже бьют втроем, ты знаешь сколько, нормально. Дуэль не заработал, Олега. Ну опять-таки ждем Олега. Да мне надо, чтобы они со мной ходили побольше. Драку навязывать. Потому что если они меня фокусят, они меня за всю дуэль убить не могут. Заберите, я всю дуэль живу, это при том, что меня бьет спектра с ульта, а еще и морф приходит. То есть мне в три кора, в три керри пиздят секунд 6-7. Они верхние все заберут. Блять, пацаны, конечно, спасибо огромное за донаты, вы ненормальные, просто ненормальные. Здорово, усад. Здорово. Здорово, чат. Здорово. Хороших каток и больше гачи. Больше? Мне кажется, больше некуда. Тут гачи играют 70% стрима. Спасибо за сатыгу и приятного просмотра. Спасибо. Блять, что ж мне... Манта не... Правда, у меня Эгис пропадет, но похуй. Блять, надо было мне Аегу брать, а не вообще. Ну да, я взял Аегис, я в ближний раз не умер уже. Но они в меду все, по-моему. Снизу не можем подраться? Я готов сделаю. Где угодно драться уже. Вот, давайте, вот, кого-нибудь снят. Марс, ты можешь какой-нибудь влететь, блядь? Просто ульту потратить свою ебаную. Так, только вы на другом месте. Пацаны, ну нужна помощь какая-то, потому что... Ебать, там морф такой кривой, пиздец. Дай что-нибудь хорош. Жру Легу. Хорошо. Хорошо. Дальше. Там морф почти убил. Здорово, здорово. Пойдем по миду. Может, ты три побьем, я хуй знаю. Да, 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 гоу. Ля, какие у нее сиськи.
Немного старенького. Марс, не бойся первым летать, ты должен сделать. Спасибо огромное за... Помощь! Привет, мой сладенький. Это Валера, твоя девушка. Если ты понимаешь, о чем я. Жду не дождусь нашей новой встречи. Я записал на флешку все гачи реки. Купил вазелин и плетку. Обещаю в этот раз страхать тебя не так жестко. Поставлю, а то в прошлый раз ты так плакал. Прости за то, что тебе наложили швы на попку. Так, все, там биология пошло. Я понял, кто биологию поставил. Что за Ебать, это что за хуйня была? Мега хуёво. Это то есть, вы понимаете, насколько минер нахуй не нужный? Он мало того, что юзлес, он еще, блядь, и мины отдает Рубику. Это пизда вообще. Блядь, ну у него... Секунду. Не-не, я все. Бэк отсюда. Да, уходите. Не, ну тут клип я закрыл, потому что там откровенный пиздец. Ну хуёво, мы даже барак не забрали ни один. Ну там сам Рубик байбэкнул. Плохо. Там просто этот Рубик номинировал. Ладно. Тут мин стояло миллион. Это было неожиданно. Да, это я в ахуе вообще был от этого. То есть, блядь, минер это просто пиздец. Мало того, что он, сука, есть, так он еще и там, во вражескую команду. Там, кстати говоря, он еще во вражескую команду мины отправляет. Да, в случае чего нужно драться будет. А, нет, не я всем отвечу чуть позже. Спасибо. Скоро появится, в любом случае. Спасибо. Шаман, сбивай Марфу первым скиллом, Ленку, пожалуйста. Блин, ну если мы сейчас затянем, мы сосем точно. То есть тут игра, когда Урса с каждой минутой становится слабее и слабее по сравнению со Спектрой, Легой и Морфом. Я бы забрал, но мы не можем забрать Рошу без того, как, ну, нам, короче, подраться нужно. Не, мне кажется, мы и заберем Рошу, даже без драки. Марс, если что, в Рош Пите поставит аренку, мы их отпиздим. Сейчас я поеду. Давай. Вот тут вражеский герой, Лега тут, смотри. Лего. Давай ёбни. Ты можешь как-то спануть? Блять, попробую. Она блинкаут сделала, тут морщ. Маха, крипы, нет? Блядь. Крипы? Сука. Ладно, они рассосались до Рошана, пока они там и боссы не бегают. Спектра снизу сплитит. Ёбка ничего, БМ ради. Хорошо. Берите Рошана, я руны возьму. Возьму. Давай, ты сам справишься. Я его могу соло забрать. Да, конечно. Давай. Спектра одна снизу. Да похуй. Сыр заберите кто-нибудь. Этого не надо, пускай будет возьмем. Ладно, похуй, давайте быстрее что-нибудь делать уже. Ружу. Я на низ отдефаю крипов к вам. Можете топ Т2. Я отпушу мид, окей, ты отпуш, ладно. Go top, чао. Все, иду пан. Я понемногу с ума схожу, блядь. ДД снизу. Блять, ты честно, ты... Все нормально, он еще 600 дает, по 700, это странно. Румку ДД. Ты подсейвишь меня, если чё, чел? Ебать, это можно варфа доедет. Я ничего не могу. Так я на варфе сижу. Хорошо. Ну, как раз дох, да. У тебя ульта есть. Красава лучший. Сыр есть, может быть. Сыр не забудь.
Я в курсе, чел. Блядь. Что за хуета, нахуй? Я вам говорю, там Рубик полезный юниоров сажал. Почему, блядь, да за что, нахуй? Что я сделал не так по этой жизни, блядь? Что мне такой ухебан, блядь? Блядь, я думал это... Братик для тебя. Чисто от души Ставрополь на связи. Пью вискарь, отдыхаю, это будет лепси, это одна из моих любимых песен. Без гаши на этот раз блик не скипай. Бля, братан, я думал, это Игизи, это уже ставропольская элита, ебать. 10999 рублей, братик, для тебя чисто от души, Ставрополь на связи, пью вискарь, отдыхаю, это будет лепс, это одна из моих любимых песен, без гачи на этот раз, клип не скипай. Я просто не знаю, когда он будет, но я постараюсь не скипнуть, блядь, пацаны, вы... Блядь, вы ненормальные, просто пиздец какие ненормальные. Элита, спасибо за... 11 тысяч без рубля одним донатом, блять, я не знаю, огромное спасибо за подгон, и не только тебе вообще, спасибо всем. Валера, спасибо за сатыгу, найс, шутишь, шутки. Петр Степанович, спасибо за тысячу. Эшкаву, спасибо за сатыгу. Нам постоянно подкачаться, что уже мы типа ходим, просто видим. Да не, я подкачиваюсь. Хотя не знаю, тот файт вроде неплохой был, не знаю. Я стабильно подкачиваюсь, по-моему. Да шо это, шо это? Ну, бля, учитывая то, что мы играем вчетвером, это пиздец. Не, мы играем 4 на 6, там еще у них минер, блядь, в команде. А, да, точно, я забыл. Перевернутых машин, горящих покрышек, и неожиданно услышал голос. Пора увидеть тебя в деле. Блять, я вообще не могу ничего собраться, пацаны, вы ненормальные донатеры, вы просто, блядь. Морлик один сверху. В хорошем смысле этого слова. Ты не подойдешь? Я в ахуе, я иду, но мне долго, я же стагер, без ШБ, у него без клинка есть. Ну я не могу сбить ничем, кроме вот этого. Я понял. Понял. Забей на него хуй. Я с ним понял. Да, я понял. Сейчас я Эктарин сделаю, может пожирнее будет. Можешь хватать любую пару и мерить в подсобке. Небо затянет кровавый. Не поставляйте, пожалуйста, парня. Пока лучше не драться, если честно. На самом деле в лейке нас разъебывают в любом случае. У них 3 хора на одного. Турса не вывезет. Ну типа Марс в теории еще тоже хор, но у него сборка в танка, он не дамажит. Я руны заберу у них. Надо, короче, сейчас это... Вон тот собрать, и шмот выйдет. О, Хавок Хаммер, кому? Давай я возьму. Пацаны, получил права 2 часа дня назад. Кто готов помочь накопить на первую тачку? Вот тут уже накопление. О, хуйня на здоровье. 1200 КП минус 406 05 88 2248. Или Марс. Наверное, Сильвер лучше будет. Ну я скину, короче, разберетесь. Там 1200 КП халявный лежит. Блять, у меня. Ничего страшного. Ну я даже не видел их. Да ничего страшного, все. У него пресс-атак по области на Олеге вкачан. Это вообще пресс-атак. Лучше, чем урон. Блять, не даст. Хорошо. Зря потратил. ТП делаю. Зацепите их как-нибудь. Свяжешь? Ой, хорош. Да тут сетка бесконечная, тут даже жрать не надо. Ну, можно подпушить. Я надеюсь, там не стоит 200 тысяч мин, и мы не умрем, ебать. Пусть байбекается.
Так. Заранее, наверное, по. Тараска. Я там мини взрываюсь. Просто бараки сломайте и уйдите, если можете. Все, отходите. Ну, отходим. У него арену Рубик спиздил, кстати. Что играет? Я ничего не слышу. На байбека с чебабки оставляйся. Сколько байбеков там было? Блять, морфу бы сбить. Линку. Собьешь линку раз? О, спектра. Я не с вами, если что, парни. Бля, меня на двух пуках прокатили. Отойдите, ну... Блять, я иллюзию съел. Я бегу, но я очень долго давай, буду бежать. Давай, давай, добеги, все нормально пока. Все под контролем. Не попал. Хорошо, кого-то еще можешь? Вот этого. Там спектра где-то. Я не могу. Когда я был? Блять, что за клип играет? Я вообще не слышу ничего. Можем бараки сломать? Нет? Это максимум громкость. Арену поставить просто сломаем. Но... Я просто не слышу ничего. Я просто нихуя не слышу. Нечем посейвить. Барак, 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 не надо. Ебать, я танк, тупо. Ну типа это максимум громкости. Я не знаю, что с треком не так. Хорошо. То есть с клипом. То есть тут что-то с клипом не то. Я не слышу нихуя, как и вы, но это максимум громкости. Отойдите. Все, уходите. Блять, не уйду, наверное. Ничего, нет. Ничего, нормально. Мид сломали, но это нам ничего не дает. Блин, очень тихий клип. Мне на бай не хватает, это хуёво. Ничего, вот это сейчас подержу. 30 секунд. Что-то мины он хуёво поставил. Почему там люди умирают? Сто колды буквально. Руны соберу. Да. Та же тема. Да, собери руны, будет хорошо. Тяну. Мог бы в полете взорвать, хорош. Алло. Найс, взрывает. Я с байбеком. Живи, брат, 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 живи, живи, живи. Живу. Блять, я Саешь? Ради. Меня... Чем-то есть? Тебе там... Блин, нахуй. Мне дуэль дали. Бля, Радик мистликнул, вырубил. Убью. Хорош, хорош. Еще кого-то? Цепанешь? Давай, 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 хуя. Ты рофлишь. Блять. Хорош. Бля, на самом деле, если бы минер вот тут взорвал, когда я тянул легу, мы бы выиграли драку в Салахе. Но... Надо идти разве на байбек. Мы и так типа выиграли, но опять же, это да. Два байбека было, и я умер после байбека. Но я сам без байбека, поэтому так. Короче, пацаны, я не знаю, кто это поставил, но тут я ничего не могу сделать, это максимум громкости этого клипа. Рошана можно, то есть он громче блядь, не делается. Хуй знает. Давай лучше, я не знаю, что делать. Забери Рошана, не торопись, убей Рошана. Хорошо, все равно хорошо. Они сейчас там начнут байбекаться, и в итоге вы не сломаете ничего, и Рошана не заберете. Забери сыр с этим, с аганимом. Там аганима нет, там сыр рефреш. Чел. А, все, извини. Рефрешку берите кому-то, кому нужно там два ульта дать. Раз-то может. Надо забрать. Рефрешер забыли, пацаны. Рефрешер, рефрешер, чел. Блять, ладно, я кому-то потом отдам. Хуй.
Бля, ну очень тихий клип, не знаю почему. С Раста вниз кушал. Двоих до сих пор. Я вообще ничего не слышал, он там на фоне что-то играл. Что там дальше будет? Кто умирает? Почему? Мы с тобой можем принять их? Нет, не можем, не можем, не можем, отойдем. Печечный герой не поможет. Ты можешь стать телепнуться, чел? О, это хороший. Олег. Что говоришь? Что говоришь? Я не слышу. Ну типа мы можем спушить вниз. Да? Мы не спушим, они все живы. Давай, я тебя жду тогда. Ладно, окей. У нас Расты нету. А, ну без Расты, конечно, да. Я не знаю, мне нужен как бы сатаник в этой игре, срочный. Ничего. А я вообще не в выживание шел. Потому что если мы не убиваем за твой ульт героя, за твой второй скилл, то мы сосем. Тебе вообще надо купить, блять, я вообще доедалус какой-то уебал, чтобы бить быстрее, сильнее, там все дела. Просто типа тебе выживание ничего не даст, потому что мы все умрем, ты один останешься и все. Типа либо мы убиваем за контроль какой-то, за мой ульт, за сетку, за хекс, либо все, либо сосем. Я почти все собрал. Больше нечего собрать, почти там чего. Раз ты потом подойдешь ко мне, заберешь рефрешер. Чем же мы потерялись среди историй ненужных? Тем. Хуярь, хуярь его. Никто не виноват. Хорошо. Кого-то еще? Иллюзия. Это иллюзия. Там может мин опять стоять, бля. Можно на байбек развестись, ебать. Но я не знаю, я говорю, может стоять. Я не уверен, что. Ну да, в принципе, я могу танцить. Ломаем низ. Если у нее нет байбека. По низу. Арену поставлю, если надо будет. А ты ищешь? Хаваю. Блять. Сбил ульт. Наконец-то плюс уж. Братец, который поставил сука. Король и шут. Спасибо. От души. Всем гачистым семен вас. Тауэр. Я тут байбек. На рефрешер. Я бы на Т4 поставил. Змеи тут и так сломают. Либо на топ идите, тут змеи... Сука, мне больно. Направь змей на барак, брат. Раста. Не надо спектру бить. Блять, ну ладно, хуяк будет. Хек будет, хуяк. Ебать, убили спектру. Хорошо. У Расты змеи еще есть. Больно. Блять, Раста красава. Можешь рефрешер змеи дать сейчас. Дадите в арену, будьте хилиться. Раста крепкие яйца, достало в Одессе. Вражеская арена, Раста, не бейся, ебало. Хорош. Помощь. Я не знаю, почему я Раста. Я хуй знает, что с тем клипом было. Ну они все байбеки потратили. Ну я максимально долго жал. Да это не алерт, братан. Это именно в Ютубе этот клип с такой громкой. Ну, больше нет байбеков у них. Олег, 2 минуты до моего байбека, если что. Хорошо, они не пойдут никуда, там 70 секунд чувак без байбека будет. Это очень хороший файт был для нас, очень хороший. Я симфу. У нас уже он мины ездит. Ну, объективно, минер такой юнит в этой игре был просто максимально. Так, они ладно, же будут сейчас... пытаться пушить нам мид. Да. Не поставься, Олег, не надо умирать. Я не поставлюсь, сейчас. Я сейчас Тараса возьму, они охуеют меня бить. До меня минута, парни, поддержитесь просто. Понимаю, у нас мины стоят. Мы разъебем их. Смотри, я сейчас из кого-то вытяну, попробуй в полете мины взорвать. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Я так чисто хуярю. Такое.
нашу верхнюю башню атакуют. Хорош, 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 хорош. Все хорошо. Бля, брат, не умри, не умри, не умри. Парни, 30 о, секунд на меня. Ебать. Не дайте Олегу умереть, а просто так. А я не умру, ты шо, не охуею. Я пошел. Собрали. Звезда под дорога зарнит. Не надо, не надо, не там, не надо, чел, не надо, блять, ради креста. Все, он умер. Да, умер. Он с бэйбэком, все нормально, не бэйбэкси пока, подожди. Спеши. Сейчас они точно не поют, надо было их забайтить, чтобы они атаковали. Ребят, я тут. Хорошо. Морф. Съел. Съел воду нахуй. Мины в атаку. Там спикраны стоящие. Кого-то еще? Раста, контроль. Давай, 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 давай. Все, это бесконечная сетка. Она отсюда не уйдет уже. Я сейчас жру через секунду. Все, слушай. Навались, пацаны. Минер умрет. Хорошо. Минер, да на минеру похуй, он не игрок. Не, минер сейчас много сделал. Все, гоу-гоу-гоу, по мидл трон. Минус, все, это минус трон. Да, это минус трон. Бля, я забываю, короче, вот под эту тему, про эту тему. Это очень жесткая тема. Урона наносит 225 плюс силу на 1. То есть у меня она наносит под 500 магического урона. Найс. Давайте, давайте. Я в порядке. Я тоже в порядке. Там лего есть. Саня, ты в порядке? Там лего с дуэлью есть. Сэмку вытяну. Кушаю, 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 пацаны, вкусно. Спасибо за игру. Спасибо за игру, пацаны, лучше. Запотненько, запотевший. Не, он запотел, прям видно было, что старался там что-то. Колил, инфу давал там, оп-оп-оп, ебать. Олег, спасибо. Спасибо, спасибо за игру. Забу громкуют топоры. Буйные головы сечь. Фух, так, репортик минеру. Я... Блять, не, минер вообще, у меня в один момент с него жопа пригорела. Мало того, что минер...